Дорогие друзья, попрошу вас встать, чтобы немножко места остановить здесь уже для танцев чуть-чуть. Первый день. Вы можете двигаться чуть-чуть. А, девушки, пожалуйста, танцующие сюда.
Друзья мои, прежде чем объявить следующего участника нашего гиптона, прежде чем мы
Прежде чем нужно пробу перейдет в следующей фазе нашего гита. Я попрошу чуть больше освободить вот это криво. Вы меня простите, пожалуйста, за беспокойство, но одно из условий нашего фестиваля является кульминацией фестиваля принцип «негде сесть». Сесть должно быть негде, простите, пожалуйста. Вы найдете, конечно, место, где сесть. Я попрошу сюда, вот сосредоточиться к алтарю, больше женщин, особенно вот всех нашу ударную волну. Пожалуйста, вот эта территория, займите ее. Мужчины, оставайтесь здесь. Мы продолжаем. А сейчас я хотел бы показать немножечко другой. Женщины, смелее сюда, ближе к окну, вот в эту часть, ближе перед алтарем. Чуть-чуть другой вариант исполнения. На самом деле вы еще услышите много разных видов. Восточный стиль, скажем, южный индийский стиль. Здесь это будет более такой ритмичный, вроде в стиле регги. То есть вы увидите, что можно много стилей музыки задействовать. И от вас будет ожидаться хлопать, как вы увидите, как надо хлопать. Такие синковые. Готовьтесь. Дорогие девушки, дамы, эта территория вся ваша. Ближе сюда, ближе сюда, ближе к окну. Это территория ваша, перед алтарем ваша территория. Hare Krishna, Hare Krishna.
аплодисменты Ренрану Деброву и всем музыкантам нашим сегодняшним. Вы чувствуете, связь устанавливается, сработала, пошла обратная связь. Галока, Галока начинается здесь, на Галока-фесте. Сейчас родилась еще одна такая музыкальная фраза, попробуйте повториться. Джая Галока-фест, Галока-фест. Yeah.